ресторан Fridays сегодня. Пришли во Fridays, и здесь меряю температуру. TGI Fridays. Привет, мы семья с тремя детьми. Год назад перешли границу Мексика с США. Сейчас мы живем здесь, развиваемся, показываем много всего интересного. А сегодня мы пришли в ресторан Fridays. Знаешь, почему? Почему? Потому что в России мы в него ходили. Значит, приходишь сюда, снимаешь маски, приносят меню. Ты что сам-то не снял? А, меню забыл снять, да. А вот это поснимать хотел? Да тут уже ничего нет. Вот, не написано даже. Ну вот, а что ты на... Это же самое интересное, сколько статьи до ресторана. Да, принесли чай с медом, на рейнс. Не мед, кстати. Да, а я лимонад какой-то крутой с вишенкой. Сюда есть вишенки. Можно посмотреть меню, просто сканировав штрих-код. И узнать там цены. Итак, первое, что нам принесли, это фирменное комбо ресторана Fridays. Что здесь, Паш? Здесь курица какая-то, ну, да, зажаренная, винт, да, ножки, моцарелла стикс и картошка, соусы, ну то есть сыр, да, да. Там в панировке и то, что-то такое, и соусы разные, да? Да. Вкусненько? Да, давай мы сейчас помолимся, будем кушать. А еще принесли суп, я сейчас уже не знаю, как он называется, но это со шпинатом, и брокколи. С сыром, и с брокколи. Вкусно? Да, мне же бургер. Подожди, не надо пока рот открывать и жевать. Я покажу нашим зрителям, что вот это бургер. Принесли его с двумя такими соусами. Паша сюда переставил уже просто. Вот у нас, простите, Стима. Уже... Да, остатки. Большая сладкие. Котлета. Большая котлета. Они еще спрашивают, как вам прожарить мясо. Сильно прожарить? Чуть-чуть или... Паша, ну ты все-таки это сделал. Приятного аппетита. Ну что, Паш, мы довольны? Free Reef Inn. Покажи, что тебе принесли. TGI Fridays. Ну, я не вижу, подними. TGI Fridays. Принесли коктейльчик. Почему тебе дали второй коктейльчик? Потому что free refill. Бесплатно наполни, сколько хочешь, пьешь. Yeah. Да. Мне тоже дали второй чай. И мы тут наелись уже. Остатки сладкие. Нам принесли чек. Все у нас это получилось, значит... Вот по ценам, кстати, да, получилось. Это вот такая вот сумма плюс таксы, да? То есть суп у нас был, значит, по $7, $6.5. Комбо вот этот вот, тарелочка такая, да, с соусами была $15, и бургер был $11.5, ну, горячий чай $2, $3, и сода, да. А еще я похвалила соус, этот вот их фирменный соус Fridays, виски какой-то там, и он мне взял такой, принес два, ну, представляете, два бонусных соуса, и говорит, вот это вам очень вкусно будете готовить. Ну, и мы сказали ему, что мы в Малайзии кушали во Fridays там такой соус, и в Каире, в Египте. И в России тоже, и везде этот соус фирменный. Паша, ты доволен? Да. Вот такое коротенькое сегодня у нас свидание в ресторане Fridays. Всем хорошего настроения, не забывайте подписаться на наш инстаграм, задавайте вопросы. А мы такие видео, конечно же, будем делать, продолжать, потому что вы должны понимать бытовую жизнь обычную в Америке. Американцы кушают в ресторанах, и вот они примерно столько платят за свой обед или ужин. 20 баксов.